Вызывали Валентину Андроновну? В коридоре подожди Полякова. Так, Шефер, за что ты избил Юрия Дегтярева из 10 А? За дело. Понятно. Ну и какое это, Шефер, дело-то? Это уже наше дело. Это ваше дело, да? Что ты хочешь, чтобы я тебе сейчас рассказала, за что ты его избил? Да, ты избил Юрия Дегтярева из 10 А за то, что отец Юры служит в милиции. Да, и не надо на меня таращиться. Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна. Не надо, Николай Григорьевич. Я разобралась в этом деле досконально, досконально. Ну, так тогда давайте, убейте меня. Нет, возьмите меня, убейте. Ну-ка, вернись. Ну-ка, вернись, шефер. Не надо, Валентина Андроновна. Вы неправильно вели себя. Ну, нельзя же швыряться такими обвинениями. Вы знаете, Николай Григорьевич, я-то знаю, что я делаю. А вот вам, кажется, уже объяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм. Не надо! Не заставляйте меня еще раз сигнализировать. А вот этот вот шефер... Это главное заводила. Вы думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Нет! Я ничего не забываю. И если шефер не хочет учиться в нормальной советской школе, то он пойдет работать. И я сейчас ему это устрою. Что вы сказали Артему? Тебя это не касается, Полякова. Я спрашиваю, что вы ему сказали? Я сейчас спросила, а он выругался, он страшно выругался. Вот они уже ругаются. Вот они, плоды ваши надклассовой демократии. Где вы были вчера, Полякова, докладные записки? У Вики Люберецкой. Вот. Ну и что, это ты подговорила ребят пойти, или это был шефер? Предложила я, но ребята пошли сами. Ну зачем ты это предложила? Классно. А чтобы не оставлять человека в беде. Слышите, да? Вы слышите, Николай Григорьевич? Она вот это, она называет бедой. Что там, устроили субботник Полякова? Ты знаешь, очень трогательно. Подожди минуточку, может быть, ты еще и не веришь? Может быть, ты считаешь, что Люберецкий это не преступник, а так? Невинная жертва. Отвечай, что ты молчишь? Я все знаю. Полякова, мы пока не будем делать выводов. Не будем, учитывая твое безупречное поведение в прошлом. Пока не будем. Завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание. Водителя. А повестка? Ну, нам необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Я считаю, что дочери растратчика не место у нас в ленинском комсомоле. Подождите, я не понимаю, почему Вика виновата в том, что ее отец... Да, Искра, конечно. Конечно. Я не буду проводить это собрание. Что?
Я... Да ей же плохо. Сестру, быстро. Ну что вы сидите, как